Ну, я думаю, что они оправданы, хотя бы по той простой причине, что мы на карту мира поставили новую точку, где могут проводиться международные соревнования самого высокого уровня. Во-вторых, это современные сооружения, которые, на мой взгляд, будут востребованы. Потребуется проверка рынком, на самом деле, насколько будет спрос, насколько люди будут заинтересованы из Нижнего Тагила, допустим, или из Салехарда приезжать в Сочи, а не ездить, и кататься там на лыжах, а не ездить в Австрию и прочие другие места. Поэтому вопрос управления этими объектами после завершения Олимпиады, качество сервиса, которое будет там предложено, ценовой уровень – это некие факторы конкурентоспособности, которые, я считаю, мы всегда можем использовать в свою пользу.